31 декабря 2014 года 29-летний Александр Щербинин со своей подругой Анной ловит такси, чтобы доехать до дома. Помимо водителя в машине, еще один мужчина. Это ныне обвиняемый Александр Сапожников. Во время поездки он знакомится с молодыми людьми и зовет их к себе в гости. Для Александра Щербинина этот поход в гости стал последним. Застолье между новоиспеченными знакомыми переросло в ссору, а затем и в поножовщину. Зачинщиком, уверены следователи, был подсудимый. Стал угрожать им применением оружия, ножом, пистолетом, угрожать убийством. Сапожников причинил 2 ножевых ранения сначала Щербинину, после чего причинил множественные ножевые ранения потерпевшей Солодовниковой. После совершения указанных действий Сапожников расчленил тело молодого человека. Девушке удалось сбежать, она осталась жива. Предполагаемого убийцу задержали уже через несколько часов после преступления. По данным следствия, Сапожникова помимо убийства обвиняют в незаконной переделке оружия, а также в его хранении. Кстати, переделать травматический пистолет в боевой ему, по данным следствия, помог знакомый, 69-летний Владимир Шабалов. За это пенсионера уже приговорили к 2 годам условно, а Сапожникову грозит до 20 лет лишения свободы. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События.